вам удобно. И, если не возражаете, начнем нашу беседу. Я с удовольствием. Она, кстати, может быть продолжительной. Продолжительной? Да, да, да. Так что потерпите. Ну, придется наливать тогда. Да. Это мы подумаем чуть позже. Валер, все когда-то начинается, и увлечение музыкой не приходит просто так. Я знаю, что ты родился в небольшом городе Шуй в Ивановской области, имеющем богатую историю еще со времен князей шуйских. Он также славен своими ситцами, гармониями и уникальной тизянской шлюзовой системой. В 19 веке, когда ее строили, река Теза еще была судоходной. Давай мы начнем наше повествование вот с воспоминаний твоего детства, события, которые, наверное, во многом определили твою дальнейшую жизнь. Как мы всегда говорим, все начинается с детства. Да, я с тобой согласен, все начинается с детства, а в детстве бывают какие-то глубокие корни в биографии предков. Вот у меня тоже были такие корни. Мой дедушка по матери, Василий Ксенофонтович, был в этом маленьком городе Шуе знаменитым человеком. Он был музыкантом, музыкальным мастером. Кроме того, как мне рассказывали тетушки, был таким повесой, пьяницей, бабником и прочее. Все прибамбасы, которые положены хорошему, нормальному профессиональному музыканту. Вот. Это моя мама очень любила музыку с детства, пела в хоре, слух хороший был, ну, видимо, от отца. И у нее, значит, боролось два желания. Во-первых, чтобы я стал музыкантом, а не пошел работать на фабрику, потому что путь был один – на ткацкую прядельную фабрику в слесаря. Или вот стать музыкантом, баянистом, ну, естественно, только баянистом, больше другого выбора не было. Но, с другой стороны, пример моего дедушки, такой не очень подходящий для воспитания, и пример других баянистов, которые жили в Шуе, тоже известные, тоже талантливые, но иногда, например, где-нибудь в доме отдыха пропадал баянист, и директор шла его искать, вдруг где-то на скамейке в парке стоит баян, отдельно. А баяниста ищут, потом где-нибудь он в кустах. По всей территории. Да, он где-нибудь в кустах, потому что, допустим, в доме отдыха баянистов уважали очень, отдыхающие, брали на прогулки. Поэтому вот в моей биографии был вопрос. Значит, мой папа менее одарен был в музыке. Я помню себя с 4 лет очень хорошо. И вот помню, в 4 года я играл во дворе, была весна, капель. Смотрю, мой папа идет и несет какой-то черный чемодан, тяжелый. Оказалось, это папа себе купил баян. Он работал слесарем всю жизнь на фабрике, в цехе механизации, был самоучкой-изобретателем. А на гармонии немножко научился в армии. Он служил с 39 по 48 год на границе на Дальнем Востоке. Много тоже интересного рассказывал, как там вообще все это было. И вот там была какая-то гармония, и у него зародилась мечта. Принеся этот баян, он накупил самоучителей, никаких учителей не было, и запирался в чулане, был такой чулан, комната темная. И вот оттуда мы слышали какие-то странные звуки, значит, папа осваивал этот баян. А поскольку после Отечественной войны люди любили очень собираться на 1 мая, там, ну, на разные праздники, и любили петь песни. И песни пели из любимых кинофильмов, какая-нибудь «Весна на Заречной улице», там «Парней, как много молодых», песен, но, ну, конечно, «Москва майская», вот как выпьют, обязательно окна открыты. А гармонистов, баянистов не хватало. И папа как научился что-то более-менее, его звали: «Борис Иванович, бери, приходи хоть». И, в общем, когда он играл «Подмосковные вечера», это только я знал, что это «Подмосковные вечера», но людям нравилось, ну, как я примерно сейчас в лесу, вон, играю гаммы,
люди идут, ой, как интересно, дядька в лесу, как в сказке, сыграйте еще что-нибудь. Я говорю, я ничего, я упражнения не играю. Все равно играйте. Вот, вот примерно так же было. Гармонь звучит, люди празднуют. В Шуе был в те времена особый свой диалект. Сейчас уже Шуе почти говорит по-московски, потому что уже 300 километров, это машина. Все сглажено, телевизор, я не знаю, там ездят работать и в гости. А раньше в Москву это как в Париж поехать было. Поэтому отдельный был местечковый такой говорок, акцент. Вот, например, я очень любил пародировать своего папу, и когда я уже приезжал, уже на своей машине, уже все равно мы после второй рюмки я переходил на шуйский говор. Ну, к примеру, вот мой папа приходит и рассказывает. Вот, пошел я, значит, за хлебом-то, иду по улице, а по той стороне Петровна идет. Да как зорет, Борис Иванович, Борис Иванович, я испугался, думал, корова сдохла-то. Говорю, чего орешь-то? Борис Иванович, Валеру по телевизору показывают. Замечательно, замечательно. Вот таким образом, значит, я был рядом с баяном с 4 лет, и где-то лет в 5 папа мне говорит, ну-ка иди сюда, вот этим пальчиком. Фа-фа-ми-ми-ре-ре-ре-ми-фа-фа. И вот я научился в саду в огороде вот одним пальчиком, стоя рядом с баяном. Ну, это уже чудо было для нашего города Шуй, знакомый, о, мальчик. Вот. Ну, естественно, меня отдали в музыкальную школу. Ну, в 9 лет меня начали обучать. Это следующая глава. Вообще, я свою жизнь воспринимаю как интересный роман из многих-многих глав. Потому что каждая глава, потом мы, наверное, пойдем по этим главам. Вот, следующая глава – музыкальная школа. Это новая нагрузка, учиться, конечно, было лень. В 9 лет мальчишки на улице гуляют там. Жизнь совершенно была интересная, беспризорная почти. Телефонов сотовых не было, родители уходили на фабрику. И что там, а куда? Сами себе. Что мы вытворяли, это отдельно можно рассказывать. А вот, а мне надо в музыкалку ходить. Мне повезло. Значит, это был 59-й год, кажется. И до этого в музыкальной школе «Баян» преподавали два пожилых преподавателя, фронтовики, такие, ну, любители выпить. И вот они полдня в музыкальной школе преподают, а полдня бегают частные уроки по этим улицам. А улицы такие одноэтажные домики. И к концу дня они уже, конечно, тяжелый труд у них был на частных уроках, видимо, там угощали, они не отказывались. И вдруг приезжает молодой, совершенно необычный парень, такой Рудольф Геннадьевич Таринов. Приезжает он в Шую, сам он из Кинешмы родом был. Вот кто видел фильм «Стиляги», так вот это был такой образец. Потому что я этих стилях не в кино увидел. Как раз это... Ваш был лучше. Да, ну там он не один был. Там вообще в Шуе были стиляги. И потом я уже всегда задумывался, откуда они доставали такую одежду. Ведь в Москве даже уже где-то вот до перестройки, чтобы купить новую пару обуви, надо было пол Москвы объехать. Помню, в Лужники и куда-то на рынок ездил, искал. А эти в 50-х ходили... Ботинки на толстой какой-то подошве, какие-то пиджаки яркие. Вместо галстука веревочка, вот что на ботинках, шнурочек, и такой кораблик с тремя мачтами вместо узла. Бриолин, брюки. Это сейчас вот узкие джинсы, они как-то растягиваются. Тогда простая, говорят, мылом на ноги намазывали, с мылом делали. И вот такой манжет, носки какие-то красивые. И что характерно, он заходил, значит, в музыкальную школу, а я там под лестницей сидел тихо. С баяном. Нет, баян я еще не таскал. Ага. Баян давали там. Потом, правда, сканение началось, когда оркестр баянистов. А музыкальная школа была в бывшем доме фабриканта Посылина. Вообще фамилии эти жили далеко после революции. Была Посылинская гора,
там крепостной вал, и вот спуск был, фабрика Посыльна, вот Посыльнская гора. Дальше мост через реку такой пешеходный, Посыльнский мост. И вот в этом доме Посыльных был дом пионеров, в котором было несколько классов для музыкальной школы. И вот приходишь, парадная лестница, бронзовые статуи стоят, красота, а под лестницей я сижу. Вот заходит Рудольф Геннадьевич к 2 часам дня, и идет обязательно что-нибудь «па-ба-дуба». Вот этот шуба-дуба я с раннего детства запомнил. Вот. Потом он играл, как у нас брал иногда баян, и играл стилягу. Ну, это какие-то такие аккорды с секстами, здесь буги-уги на басу там. Ну, и вот это уже были первые семена, заброшенные в мою душу, наверное. И однажды я сидел под лестницей в музыкальной школе и на басах подбирал ту-ду, до-ми-соль-ля, си-бемоль-ля-соль-ми. Идет зауч. Киселев, опять стилягу играешь? Завтра с отцом приходи, выгоним из школы. Вот. Ну, педагог ничего не говорил, сам играл стилягу. И был, это был удачный случай, ему набрали молодых новый набор, и через 5 лет... Четверо из этого нового, ну там человек 6 было у нас, четверо поступили в Ивановское музыкальное училище. Хороший был преподаватель. Да, вот сразу новая струя, и мы все заиграли, и те, которые не поступили, остались в ШУИ, тоже там работали. В общем, такой вот педагог был у меня. Ну, в это время, когда я работал, учился в музыкальной школе, я начал работать в пионерском лагере в качестве баяниста. Сначала в городском, это как детский сад, утром пионеры приходили, там всякие мероприятия. А потом уже, набравшись опыта в городском, я уже на 3 месяца уезжал в загородный пионерский лагерь. Вот там был потрясающий опыт. Я играл все песни с одного раза, нот не было, магнитофонов. Главное, ребята, сердцем не стареть. Опа, и вперед. И все. Какой класс. Это где-то уже вот под конец музыкальной школы, уже вот в училище меня отпускали на экзамены в Иваново поступать. И я стал таким уважаемым баянистом в городе Шуй. Подожди, ну а вот твои выступления в школьном ансамбле тоже ведь там уже да. Что-то пытался, да, да, создавать? Ну, да, в школе меня тогда была редкость, если в школе кто... Потому что просто я видел твою фотографию, где там девушка... И вас, по-моему, четверо. Это уже позже, это уже 7-8 класс. А меня приглашать начинали буквально, я только-только чего-то научился играть. В школе какой-нибудь 23 февраля узнали, что я учусь. И, значит, даже учительница ходила баяна, несла, чтобы я не тащил. Ну что, 3-4 класс. И вот я что-то там играл. А потом, когда я пионером поехал в лагерь после 3 класса, закончив 1 класс музыкальной школы, естественно, мне привезли туда баян. Так я его ненавидел. Под кроватью он лежит, а день встречи с родителями. И вот там где-то у тебя фото есть, я на табуреточке сижу, из газеты «Шапочка», и я играю песню «Ихав, казак за Дунай». Был сборник на всю... На многие годы любимая стала, в кавычках. Да. Да. А у нас был на всю музыкальную школу, мы по одному учебнику учились. Азарий Иванов, школа игры на баяне. И половина песен русских народных, а половина украинских народных. Поэтому я их всех знаю так же, как русские. Там «Ихав, казак за Дунай», «Солнце Низенко», там «Ой, за гаем, гаем». Много-много всего я переиграл такого. И вот этот «Казак за Дунаем». Значит, сначала, во-первых, первое выступление, интересная история. Отчетный концерт музыкальной школы проходил в городском, тогда гортеатр назывался, а до этого было типа дворянское собрание. Одноэтажное, красного кирпича, красивое здание, зал красивый, концертный. 20 мая 60-го года я в первый раз выхожу на большую сцену в гортеатре, в этом отчетный концерт музыкальной школы, длиннючий, как на радио говорили, 3-спальный концерт, и я должен сыграть эту песню. И вот я сижу, трясусь за кулисами, концерт затягивается, как всегда, и вдруг идет этот же зауч,
так, Киселев, можешь идти домой. Концерт затянулся, иди домой, все, можешь не играть. Я сижу, а я уже настроился с баяном. Первое выступление в Гортеатре, это как в Кремлевском дворце где-нибудь. По тем временам, в Большом, да, театре. Да. И у меня слеза потекла. И тут пробегает мой Рудольф Геннадьевич. Ты что плачешь? Да там в зале папа сидит с мамой, тетя Маня. Они ждут, что я сейчас выйду. А мне Иван Григорьевич сказал, чтобы я домой шел. Так, сиди, не уходи, убежал. Прибегает. Сейчас будешь играть, не волнуйся. Спас положение. И вне очереди. И я такой гордый, все сыграл. Мне кажется, я сейчас, если возьму баян, сыграю запросто. Вот. Ну и вот, и там после концерта папа с мамой гордые такие, тетя Маня. И вот обычно у меня вознаграждение за что-либо было. Это 100 грамм ириса, сливочная тянучка назывался. Цена была 3 рубля 24 копейки. До каких-то еще реформ 61-го года. Вот. Водка стоила 25-20. Это детские уши, чего не надо, вот взрослые, да, по 25-20, там. Вот 3-24. Не пью, но слышу. Да. А мы много чего слышали, кстати. Взрослые болтают, думают, что, а, там мелкота, мы там все подсекли. Все. Так вот, когда мы шли пешком по Посыльнской горе, а потом наверх, там от реки поднимались, и вот этот магазинчик, а магазин до следующего, там, 3 версты, мы зашли в этот магазин, и папа купил не 100, а 200 грамм этой сливочной тянучки. Это такой праздник был. Да, это вот выступление. И потом я поехал вот в пионерлагеря, там опять этот Ихав Казах за Дунай, вот фотографии есть в бумажной этой шапочке там. А в пионерлагере в то время было только 2 инструмента. Баян и пионерский горн, ну барабан. Ну, барабан это так, на линейку там, а пионерский горн, подъем, на обед. И был там такой постарше на 2 года пионер, ну, у него мама там работала поварихой, он там жил в этом лагере все время. Вот я на табуреточке сижу с баяном там в бумажной шапочке, а Аркашка сзади за моим плечом сидит, смотрит, слушает сзади. Вот этот Аркашка Иванов, это тоже в моей судьбе, этот человек сыграл определенную роль, потому что у него все просили горн подудеть. А он был горнист. Ну, мама в столовой, Аркашка живет здесь, все. И, конечно, горн. А он никому не давал этот горн. Задуешь. Там пластмассовый мужичок. Задуешь. Не дам. Поскольку я на баяне играл, он мне иногда давал. Но у меня шипело, ничего не получалось. А потом, когда я уже стал сотрудником и стал ездить баянистом, Аркашка был тоже каким-то инструктором по плаванию, тогда уже я у него перехватил этот горн, и за 3 месяца я еще нашел справочник пионера-вожатого, такой толстый, в конце, там все сигналы для пионерского горна, какие надо. А что, там кнопочек-то нет, там обертоны до, соль, до, ми, соль. И вот я научился все эти сигналы, ну, каждый день на обед играешь, смотришь, звуки начали извлекаться. Я выучил все эти сигналы, интуитивно научился двойным стаккато играть, тогда, ну, видимо, где-то по радио услышал, и само так пошло, никто не учил. И я еще хорошим горнистом стал. Ну, предрасположенность к музыке, в общем-то, явление нередкое, да? Но вот как в небольшом провинциальном городе, где в начале 60-х вот молодой человек вдруг почувствовал интерес к джазу, который, как правило, не звучал ни по радио, ни тем более по ТВ. Вот как это случилось? Это случилось, я точно помню как. Вот тот самый Аркадий Иванов, горнист из пионерского лагеря. Ну, прошло 2 года, он уже на 3 года старше меня был, на танцы ходил, там шу и оркестр играли, кстати, на танцы. Ну, у меня папа строгий был, я на танцы в 6-7 классе не ходил. И однажды я встречаю в городе этого Аркадия Иванова, и он говорит: слушай, чувак, тут в клубе «Завод Металлист» такой фильм сегодня пойдет, приходи, не пожалеешь. Ну, и мне родители разрешили на вечерний сеанс. И это оказался фильм «Серенада Солнечной долины».
И вот если я на обложках учебников любил рисовать всякие танки, самолеты, а в кино вот все про войну были. Там китайских фильмов много, как они с Гоминданом там воюют. Ну, сплошная война. Лестница в 1000 ступеней, как сейчас помню. Да, или про шпионов. Вот. Да. И вот я вдруг увидел оркестр Глена Миллера, как встает этот Текс Бенеке соло, дальше этот Клинтон, или как, Клинк, Эл Клинк, второй тенорист. Кстати, говорят, он лучше играл, чем Текс Бенеке, но да, Текс Бенеке певец, и да, поэтому его ни за что не сдавали. Да. И это на меня шок такой произвело, вообще в Советском Союзе таких джазов не было. Вот. И, ну, вся эта обстановка, и все. С тех пор я на обложках учебников начал рисовать, кроме всяких карикатур, которые я научился перерисовывать журнал «Крокодил», я начал эти саксофоны, контрабасы вот эти вот рисовать. И есть как бы такая притча, что все приходит в свое время. Нужная книга приходит в нужное время, когда ты до нее дозрел. Нужный учитель приходит. Как раз у меня всегда так случалось. И тут пришел в школу, в нашу 8-летки я учился сначала. Приходит учитель пения. А был урок пения. Очень часто его не было, не было педагогов. Тут приходит молодой человек с баяном, черные курчавые волосы, щеки с румянцем такой. И вот он начал вести уроки пения. Это был Валентин Иванович Головачев. Конечно, это была возможность похулиганить. В 7-8 классе что-то он написал на доске какие-то ноты. Кроме меня никто в этом не разбирался. А на контрольной работе все, у меня весь класс списывал, и Валентин Иванович это видел, и улыбался, и ему пофиг. Ему часы шли. И вот Валентин Иванович, оказывается, еще кроме баяна, играл на гитаре. И играл в этом клубе «Металлист» на танцах. И однажды меня Аркашка этот Иванов протащил на танцы, послушать настоящий оркестр. А у меня и одежды-то не было. Ходили какая-то вот фланелевый лыжный костюм с двумя карманами, вот здесь даже пиджака не было. Я так, гадкий утенок, стою и вдруг вижу, что некоторые девицы нашей школы из параллельного класса, уже такие уже созревшие, они вовсю танцуют, уже губки накрашены, прямо дамы такие, а мы пшено такое стоим, смотрим. Но зато я услышал там в клубе металлистов этот джаз и увидел, как, о, я сказал, что наш учитель пения играл не только на баяне, и оказывается, у нее еще некоторые были хобби, особенности. Когда вышел оркестр нашего Валентина Ивановича, два человека вывели за руки, посадили на стул, дали в руки гитару, потому что он уже, видимо, да, уже в норме был. И, ну, тем не менее, оркестр играл, и даже они чего-то кричали, какую-то песню там, «Семафор», «Па-па-па-па-па», какие-то крики были там, ну, снимали, видимо, у кого-то был магнитофон. Это был шок вообще. Живое, барабаны, блестит, барабанные установки были ГДРовские, немецкие, тактон и трова. Это когда бисером блестит, свет приглушен, ну, красота, барабанщик сидит. Да. И вдруг Валентин Иванович этот собирает в школе редких. Это вот, наверное, ни в одной школе не было столько музыкальных детей, сколько в нашей восьмилетке, на окраине причем. А, ну, я, естественно, играл на баяне уже довольно резво. И еще один великий человек был. Это был Александр Теплов, который сейчас работает в муниципальном оркестре, играет на саксофонах, на альте, на теноре. Он тогда играл на кларнете, вот на фотке есть. Он был второгодник, он года два оставался, жил он в частном доме, папа на фабрике работал, вообще внимания не обращал на воспитание. И директор школы наш, Буланцев, которого боялись, вот он ходил к Теплову на дом и приглашал Сашу, чтобы тот пришел и поучился в школе, хотя бы 8-й класс окончил. Но зато Саша
играл в духовом оркестре, на какой-то, не помню, фабрике, как она называлась. А раньше это сначала купеческий город, а потом там текстильная промышленность. И по берегу реки Теза прямо фабрики выросли, они и сейчас там стоят. Вот. И на каждой фабрике был духовой оркестр. И какой-нибудь был Николай Иванович или Иван Иванович, откуда он брался такой, ну вот он знал, чуть-чуть умел на всех инструментах играть, умел писать ноты, причем тушью, причем специальным перышком, что я потом научился. И он собирал мальчишек, давал ему инструмент какой-нибудь, если слуха нет, то барабан, если немножко есть слух, давал альтушку, а как, говорит, обижаешь барабанщиков. А какие? Ну, говорит, так, он учил так, говорит, ну, вот нажимай первым, вторым, но чаще первым. Я даже пацаном был на демонстрации, слышу, что альтушка, аккомпанемент, секунду, это не тут, не в той тональности. Это так смешно. Ну, а кто более-менее уже на трубе, и вот этот Теплов, это особо одаренный, у него был кларнет. Кларнет ленинградский, самый архаичный такой, еле-еле пригодный для игры, но в школьном оркестре. И вот меня зачаровал звук этого кларнета, нижний регистр. И все, я играл на баяне, а косил на этого Сашку Теплова.